Пабло The Flair отправил сообщение. Привет, Флом. Второй раз не... как сказать? Ничего страшного. Да. Там звездочки стоят после «не». Запрещенка, осуждаю. Конечно же. Не, ничего страшного. Привет, Флом. Второй раз. Ничего страшного. Чатику привет. Хочу, чтобы весь чатик вылил свою токсичность, чтобы им дальше было легче жить. Ха-ха-ха. Трючок называется Pablo The Flair. Который год. Знаете, почему он так говорит? Потому что это второй раз, естественно. И ничего страшного, да? Первый трючок у нас был вот такой. Это помните, где была школа ритмики? Где облога была нарисована два чувака, которые бегут, и типа вообще все было не в тему. Я вам сейчас покажу, да? Я вам сейчас покажу эту историю. Короче, это было вот это, да? Пена, вот, бро. Это было оно. Ща. Да. Ой, тут мы с Моргином на стриме об этом говорили. Помните, да? Вот эта история. Вот это, короче, история. Go-Go назывался, да-да-да-да, вот, это именно он, это именно этот человек. Давайте посмотрим, что он вынес из прошлого разбора, который длился довольно долго, 26 минут. И там было рассказано очень много про ритмику, очень много. Это новый трек? Это не новый трек, это трек 12 августа. Это трек 12 августа, поэтому смею предположить, что ник, да, у него ник еще дерзкий, нереально. Не, с таким ником надо по-любому прогрессировать, прям, это по-любасу, однозначно просто. Смею предположить, что работа над ошибками произведена не была, но, тем не менее, попытаемся. Будем надеяться на лучшее, короче. Который год? Pablo The Flair, погнали. Ну норм, трендовость 5 баллов. Каждый год. О, да. Я лефтер до утра. Который год. Каждый день как будто во сне. Ее глаза видно во тьме. Уснул в вещах дизайна мне. Который год. Ледок вообще не дать на мне. Прямо как дайвер был на дне. Чего хотел, получил вдвойне. Который год. Не мог забыть, что было вчера. От моего флоу уже жара. Я займ, прости, у меня дела. Который год. Я делаю это любя. Начал жить как бы с нуля. Я не, тебе ну, не помню, так плохо, в этом весь я. В этом весь я. Друзей много не бывает. Но у меня ВСО семья. Я так много работаю, чтобы мама не сказала зря. И ты мне можешь не верить. Но дела идут в гору всегда. Собираю приз, у меня три семерки подряд. Я как будто волшебник, деньги над головой парят. Меня вообще не волнует, какой у меня завтра будет наряд. Я даже не думал о том, какой себе вставить в ухарат. У меня все идет по плану, очень я этому рад. На голову выше всех, походу я здесь лучший кандидат. Мне невозможно задач, ведь это не по моей части. Просто зашел сюда и никому не сказал здрасте. Который год. Не, это неплохо. Да, это лучше гораздо, чем тот трек. Зачем ты тот вообще трек прислал? Этот гораздо лучше. Нормально, да, с видосом еще добавить. Конечно, да. Да, тут вот значит, Лил Драхила по делу пишут. Насчет Лил Драхила пишут по делу. И здесь, типа, тебе можно послушать Лил Драхиловские песенки и посмотреть. И показать, знаешь, для чего? Показать звукарю просто твоему, кто сводит тебя. Для того, чтобы он примерно понимал, как вообще, типа, это должно более-менее звучать, да? То есть, как это должно? Чтобы у тебя объемная она была. То есть, опять это звучит как демка. Очень плоская капа, лежащая в рамках бита. Но ты справился очень даже неплохо. Прям, блядь, ритмика вполне себе годная. Вот эта история, да? То есть, оно звучит нормально. Почистить немного, да, чтобы это все прям вот, блять, зазвучало. Я типа ожидал, ну, мягко скажем, не очень сильной работы, да. А это прикольно звучит прям. Это я даже во фрешмены, блядь, добавлю. Типа это РЗТ фрешмен 2022, да. Потому что ритм ты удержал, вайб какой-то есть, музыку чувствуешь, нихуя себе. В плейлист фрешмена, да-да, по любасу типа.
По любасу, типа, слишком много низов отрезано. Возможно, да, то есть вот она сверху, да, и плоская. Вот она, вот здесь и вот, вот, блин. Нету вот, объема нету у капы. Еще раз. Не, я ожидал худшего, честно. Я не знаю, может, на ожиданиях так, да, ну, хотя, в принципе, довольно ровно прошел. Я, типа, ну, думал, бля, сейчас вообще что будет. Который год? О, да, как будто во сне, и ее глаза видно во тьме, во тьме. Который год, каждый день как будто во сне, ее глаза видно во тьме, уснул в вещах дизайн на мне. Который год. Еще и не повторяешь, да, эти душно припев. Прямо как дайвер был на дне, чего хотел, получил вдвойне. Который год, не мог забыть. Еще разный припев, да, по тексту? Моего флоу уже жара, я займ простил, у меня дела. Который год, я делаю это любя. Начал жить как разный, бы да? С нуля. Я тебя не помню, в этом весь я. В этом весь я. Дроп друзей много здесь не бывает, но у меня ВСО семья. Я так много работаю, чтобы... Эрбэков, бэков бы, да? Любя. Я делаю это любя. Начал жить как будто с нуля. То есть и протягов, и эрбэков, да? То есть... Учитывая вот этот легкий вайб, да, с тянущимися концами, да, по-любому, да, на этой распевке тебе. Еще на А, видишь ты, как что было вчера, как бы жара, у меня дела. То есть, блядь. И распевки небольшие, да, как бы, и обязательно арбеками украшая интересные. Возможно, вторая дорожечка, чтобы там шла еще, да, так сказать, подкладка. Будет создавать объем. Угу. Там чат еще, кстати, тоже пишет по делу очень много вещей, потому что у нас и артисты тоже, и звукари ребята сидят, как бы они тоже слышат свое. Поэтому до хера что, типа, ты можешь вынести из этого. Сказала зря, и ты мне можешь не верить, но дела идут в горсе. Сильно вот тут видно склейку, да, типа прям громче ты еще раз. Ну вот тейк следующий, вот тут, типа, ты вот так записал, а потом вот так записал. Имею в виду, да, тоже, типа, ну. И громкость тоже, если ты на вот такой громкости идешь. Второй тейк вот так не надо, типа, делать, ну, чтобы... Не сказала зря, и ты мне можешь не верить. Вот и ты как ты вступаешь, видишь, как громко ломает. И ты. Вот чтобы мама не сказала зря, и ты мне можешь не верить, но дела идут в гор всегда, я собираю приз. Ну, поплавнее, видишь, на и ты там новый тейк сразу херово. Тейки должны... И в идеале, да, и в идеале и тейки как записываются? Один тейк записываешь... И в следующий тейк начинаешь не с начала тейка, а с конца где-то строчку захватывай, полторы строчки предыдущего тейка, потом отрежешь. Оно нативнее будет звучать, да, гораздо. То есть, если ты стоишь, и я вот, и это будет хуйня. То есть, забирай, да, тейк запилил, да, следующий тейк, который тебе отсюда надо, начинай отсюда читать и пошел, да, потом до сюда зачитал, тебе надо отсюда, начинаешь отсюда, бля, строчку полторы предыдущей части прочитал, дальше отпиливаешь, и они соединяться будут нативно и охуенно, типа. Ну, мелочи вроде такие, но это важная хуйня. У меня три семерки подряд, я как будто волшебник, деньги над головой парят. Меня вообще не волнует, какой у меня завтра будет наряд. Я даже не думал о том, какой себе вставить в ух карат. У меня все идет по плану, очень я этому рад. На голову выше всех, походу, я здесь лучший кандидат. Мне невозможно задач, ведь... Ничего, ничего, бля, вообще ничего. Мне невозможно... Угу. Мне невозможно. Вот это прям заебись залетел сюда прям. Мне невозможно задать здесь лучший кандидат. Мне невозможно задать здесь лучший кандидат. Мне невозможно задать, я здесь лучший кандидат. Мне невозможно задать. Пиздец, прям охуенно. Идеально вообще залетел. Идеальная строчка. Нет невозможных. Прям вот идеально вот это. Мне невозможно, прям пиздец, я даже повторить так не могу. Очень круто. Кандидат, мне невозможно задать, ведь это не по моей части. Просто зашел сюда и никому не сказал здрасте, который... Здрасте, бросил, да, тоже нету, ну, доделал просто по структуре и все. Бля, неплохо, чувак, очень неплохо. Очень неплохо, пиздец. Хм. Глаза видно во тьме, уснул в вещах дизайн на мне. Который год, ледок вообще не дать на мне. Прямо как дайвер был на дне, чего хотел, получил вдвойне. Который год,
Не мог забыть, что было вчера. От моего флоу уже... Не знаю, что тебе сказать. Я тебе скажу так, если эту песню просто перезвести, вот прям в том виде, в каком она есть, она будет звучать по-человечески. Вот просто, вот, блять. Даже так, продолжай читать, нормально ты чувствуешь всю хуйню здесь. Здесь нормально все раскидано. Реализуй вот советы из предыдущего обзора, да, и продолжай читать на своем вайбе. Вот он, твой вайб, типа, да, легкий вайб. Такой плак, читай плак, клауд, не усирайся без экспрессии, без ничего, на легком вайбе, там, на клауда, на клаудовом, ну, клаудовый слишком, может, легкий, ну, какой-то плак, короче, намути на плаговом вайбе, блять, все. Ну и сведение, бро. Без этого твой трек не будет звучать. Хм. Ничего, вообще неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо. Очень неплохо, я тебе скажу. Хм. Школа Свидоса. Да нет, вот, блин, школа Свидоса вроде там проект должны были запускать. Ребята, другие, но что-то пока тишина, да, что-то пока нету. Короче, в общем, вот, да, вот. Из нового, что я тебе могу сказать? Здесь, типа, прям хорошо ты прочувствовал свою ритмику. Вот это прям твой стиль. Это твой стиль. Тебе надо просто лучше звучать и больше читать. Все. Что касается текста, ну-ка, самого непосредственно. Друзей много не бывает, но у меня YSL семья. Я так много работаю, что мама не сказала, чтобы мама не сказала зря. И ты мне можешь не верить, но дела идут в гору всегда. Я забираю приз, у меня 3 семерки подряд. Можешь у меня не повторять. Меня, у меня постоянно, да, типа вот эта история. Вот меня это... Я и так... То есть, зачем говорить «я»? Вот представь, ты убираешь «я», что меняется в тексте? Понятно, что тебе слог нужен, но додумай другой слог. Так много работаю, чтобы мама не сказала зря. О ком это может быть? Так много работаю, чтобы мама не сказала зря. Понятно, что это про тебя. Понятно. В этом весь «я». Супер. Друзья, много нет, но у меня YSL семья. Короче, думай, да, вот над словами, постоянно повторяющимися. У меня все идет по плану. Очень я этому рад. Да, по ритмике надо бы расставить, да. Здравствуйте. У меня все идет по плану. Очень я этому рад. Да. На голову выше всех. Походу, я здесь лучше Канди, да. Нет, невозможно, да, если это не по моей части. Это. Просто зашел сюда и никому не сказал. Здрасте. Ну, окей. Окей. Мусорные слова убирай. Мусорные слова убирай и старайся закидывать нормальными. Даже если сейчас это просто сработает, да, типа, ну, твой текст, он будет нормально. Учитывая твое сведение, у тебя текст просто божественный. Но в целом, если идти, типа, дальше, да, то не помешает это качество. Сейчас, тем более, стреляют чуваки, которые реально там и панчат, и что-то рассказывают, да, и типа, вот, и там, и героинчик, да, и вся эта история. Поэтому текст немаловажен. Даже люди, которые делают там пиздец какие-то супер трэпы, тот же Trill Pill, допустим, он тоже старался очень сильно интересных образов понакидать. То есть он на своем стиле, весь там на скорости, на ритмике, и все равно пытается что-то там повествовать, да, и как-то изъебнуться текстом прикольно. Репрезент, да, но все равно пытается чего-то как-то обернуть это все в какие-то интересные звучания. Поэтому, типа, ну... Такое дело, да, типа, блядь, не забивай, короче, на текст, бро. Меня, я, это, блядь, супер. Будто. Я как будто это, я как будто то. Меня, я как будто это то. Меня. Да. Флом, хочу скинуть свой трек на заценку, его нет на площадке, очень сильно хочу послушать мнение по поводу его трека. Вконтакте залей, бро, и дай ссылочку на него, и все, и в смысле, можешь заказать разбор таким образом.
Да, вот Дмитрий Хоут все верно говорит. Блять. Так, еще раз куплет. По структуре сейчас посмотрим. Поэтому весь я, друзей много не бывает, но у меня ВСО семья. Я так много работаю, чтобы мама не сказала зря. И ты мне можешь не верить. Так. Друзей, я так, да? Окей. Но дела идут в гору всегда. Я забираю приз. У меня три семерки подряд. Я как будто волшебник, деньги над головой парят. Вообще не волнует, какой у меня завтра будет наряд. Я даже не думал о том, какой себе вставить в ухарат. У меня все идет по плану, очень я этому рад. На голову выше всех, походу я здесь лучший кандидат. Мне невозможно задач, ведь это не по моей части. Просто зашел счастье сюда бросил. И здрасте, никому бросил. Не сказал здрасте. Который... Пиздец, блин, пиздец. Норм, норм, вообще норм. Так что ты ошибся. Никакого негатива ты не дождался. Никакого негатива ты не получил. Потому что этот трек действительно лучше. Реализация выбранного стиля. Свидос, дерьмо собачье. Дикция, ритмика, вытащил, да, там, блять. Ну вот смотри, короче, вот свидос твой, да, вот реализация твоя. 7-4, вот, 5 по итогу пусть будет. Ну. Индивидуальность и харизма. Нормально чувствуешь бит. Неплохо, вполне. Индивидуальности не особо. Харизмы тоже, да, пока что. Ну, по крайней мере, она не звучит так. Хотя нет, харизма есть. В бите ты, в принципе, плаваешь, да. Индивидуальность 4. Харизма, ну, вот где-то 6, да. Может, 7 даже спел. 5 тоже, наверное. Наверное, 5 тоже. ТНХ будет? Да, будет сегодня ТНХ. Обязательно, братва, не переживайте. Я вот 3 поставлю даже, бро. Вот тут я даже 3 готов поставить. Атмосфера вайп. За свидоса хуйня. Короче, за реализацию я тебе даже готов поставить 6, как ты типа прошел, да? Пусть 6 даже будет. Структура, ритмика. Да, вообще норм. Припев, да, то же самое. Который год, 3 другие строчки. Который год, 3 другие. Который год. Как бы ничего не повторил, не задушнил, не передушил. Хрон нормальный вообще, типа, пиздец. Вообще все норм. Протянул, четверки чуть разные, да, и начало, все там, структура, пиздец. 9, бро. 9 баллов. Вот правда. По структуре трека то же самое. И припев хорошо поставлен. И не, нет духоты никакой. Пауза небольшая, где-то в этом весь я, да, вот эта история. Хуй его знает. Неплохо. Интро-аутро нет, пустые места между строк, где нужно было заполнить не точно 9. А, блядь, там же нету идлибов. Сука! Да, да. Идлибов и бэков нету. Да. Сам текст я посмотрел. Это уже как по умолчанию, да, у меня идет, что типа делают. Тогда так, значит, да. Угу. 7-8. Короче, ты понял, да? То есть ты текст придумал вот настолько, но ты его не оформил, он у тебя стал пустой и дырявый, блядь. Поэтому вот такая вот история. Вот 9, а это где-то вот на 6 у тебя там. Короче, 7-8 по итогу. Рифмы и образы. Ну, в рамках... Не, ну тут текст должен быть хороший, да. То есть тут ты типа будешь соревноваться с Дилдрахилом по тексту, понимаешь, бро, у которого 10 обычно. Бля, 5, 6, наверное. 5, да, 5. Трендуюсь вот так вот. Ну, 6, пусть будет 6, да.
Ну, в общем, вот так вот. В общем, вот так. Короче, это неплохо. Это, конечно, не для мейнстрима трек, потому что не сведено и не звучит, но это неплохо. Это очень неплохо. Здесь доработать можно до девятки. Здесь по чуть-чуть подкрутишь, будет уже 8 условно. Здесь просто, если бы он был сведен, да, вот было бы вот так. Если бы он звучал и, опять же, был сведен, харизма тоже была меню на пару баллов выше. То есть, теоретически, это могло набрать около 60 баллов. Очень неплохо. Да.